я прям что-то хотела пофотографироваться здесь. Такая комнатка еще тоже, да, на втором этаже. Всего здесь 3 этажа. Мы были на 1-м этаже, и сейчас на 2-м. И на 3-м была дискотека. Скоро обратно вернемся, когда нас позовут обратно. Вот. Хотела я здесь просто хотела сфотографироваться, так как очень здесь красиво. Решила я все-таки сделать видео. Такое видео этой комнатки. Очень шикарно здесь, все очень красиво. Такой вот здесь дом. Все-таки я здесь сфотографирую. Хоть пока я видео записываю, но хочу сфотографироваться. Друзья, ну что сказать, вот что такое настоящий Орифлейм, понимаете, если быть верным своим мечтам, своим людям, команде, своим целям, то обязательно можно оказаться на такой крутой вечеринке. Ну, на этом все. Всем пока-пока, друзья мои. Видите, как в зеркало прям меня здорово видно. Галина, тебе, кстати, спасибо за причесочку, которую ты мне делаешь. Ну, а я дальше отдыхать. Очень красиво здесь. Очень. Ну, кстати, вот сейчас вот, наверное, вот в этом моменте сделаю себе фоточку. Примеряйте, девочки и мальчики, на себя вот то, как можно качественно, красиво, дорого, богато отдыхать с компанией «Орифлейм».